с 16 по 18 декабря в Даниловском монастыре будет находиться пояс святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Чудотворца. 16 декабря состоится встреча святыни в 9:30 на Соборной площади обители и будет совершен молебен святителю Иоанну. На следующий день состоится литургия, начало в 8:30, а в 17:00 начнется всеночное бдение. 18 декабря, в воскресенье, также будет отслужена литургия, начало в 8:30, после чего состоятся проводы святыни. Кроме того, 17 и 18 декабря пройдут беседы о святителе Иоанне в аудитории 100 Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре. Специальный гость – Любовь Бушурманова, исполнительница на гуслях. Подробнее на сайте монастыря.